все как надо. Говорит, что кто оделся за борт потихоньку. Блин, ну я не знаю, насколько их хватит. Они, может, поюзанные, давно. Смотри сам. Ну что откручивается? Голова, да? Так, я уже мокрый брал. Что сделать? Взять вот это все и выйти на улицу. У меня просто здесь куча всего. Куда это там положить, я хрен его знает. Это надо уже тогда полностью одеться. Выхожу, потому что реально делать нехрен и жарко. Санёк, ты вылазишь вообще, да?
уземляли. Сашки наши где? Сашки вот вот. Ну, кстати, практически готово, да? Давай как-то это все надо кинуть, одеться. В том анекдоте про рабочего, который кильки выковыривал, да? Так, что? Одеваешься или застегни меня? Я буду дальше одеваться. А, нет, вдруг. Получается там? Хватает или не очень? Сейчас разойдется, если что там. В воде оно. Супер, спасибо. Тебе помочь или ты что? Да, у меня сейчас хрида будет сфоткать. Я пока сюда его нацеплю. Итак, слушайте, пока вы все трезвы. Я впереди. Потом Корнел, пара твоя, слышишь? Вот, раз-два. Андрей с Корнелом. Ваша Саша. Вы с Валерой. Так, а замыкать там будем? Давайте. Давай. Вы крайний. Значит, еще раз, я первый. Пара идет Корнел с Андрюхой. Потом идет... Потом ты идешь. Потом ты идешь с Петькой. А Саша, Саша замыкает. Фонари приготовили? Да. Советский цирк? Петя, с головы слетает во время захода в воду? Или по дороге может слететь? Стояли сзади, плечо. Ну как? О! О! Подгузник зацепляй. Да, кстати, надо бы спросить. Кусочек нет какой-то, веревочки напишем. Ну так, чтобы зацепить за маску, чтобы не потерялась, если собьет ее. Акула, да.